Сотрудники МВД, отдела надзорной деятельности и лесничества объединились ради общей цели – профилактики лесных пожаров и отправились на рейд в окрестности Смоленского сельского поселения. Планческая щель – маленький поселок за станицей Крепостной, который довольно популярен у местных жителей и гостей из краевой столицы. Неподалеку расположились живописные планческие скалы. В хорошую погоду здесь так и тянет зажечь костер, пожарить шашлык. Но делать этого в лесной зоне категорически нельзя. За данное нарушение предусмотрены в административном кодексе статьи пожарной безопасности и санитарной безопасности. Пожарная безопасность инкриминирует от 1500 до 3000 рублей, санитарная безопасность от 500 до 1000 рублей. Отдыхающим объяснили правила пожарной безопасности в лесной зоне и раздали памятки. Особое внимание участники рейда уделили местам массового отдыха населения. Несмотря на то, что начались первые осенние холода и прошли осадки, пожароопасный период еще не закончился. Опавшая листва по-прежнему достаточно сухая и легко может загореться. Пожароопасный сезон действует с момента схода снежного покрова до момента устойчивой сырой погоды, либо до момента покрытия земель лесного фонда снегом. Особенности погодных условий – это не единственный фактор возникновения возгораний. Огромная угроза для лесов – человеческая небрежность, незатушенный костер или брошенный в листву окурок.